Всем привет, друзья, канал Махалин. На работе у нас Моком, Opel. Автомобиль приехал к нам, сделает шумоизоляцию салона. Разобрали краткий обзор пол салона, смотрим, кое-где обработан. По дверям небольшие полосы проклеены. Пол в багажнике также кое-где обработан. Задние арки, можно сказать, голый металл. Автомобиль одни из самых шумных мест. Владельца не устраивает данная шумоизоляция. Готовим поверхность и приступаем исправлять. Так, друзья, закончили клей фибропласт на Opel Mokka. Проклеен пол в багажнике, проклеены задние арки. Проклеен пол в салоне. Дверям нанесли первый слой вибропласта толщиной его 3 мм. Приступили наносить второй слой. Мембрана шумопоглотитель 6 мм. Продолжаем нашу работу. Так, друзья, закончили клеить шумоизоляцию на Opel Mokka. Проклеена с мембраной шумопоглотителем пол багажники. Также мембрану наносим на задние арки и пол в салоне. Третий слой нанесли в дверях. Вибропласт толщина его 2 мм. Четвертый заключительный слой. Мы клеим на дверные обшивки шумопоглотитель 15 миллиметров. Автомобиль готов. Собираем, проверяем. Ставьте свои комментарии. Подписывайтесь на наш канал. Всем пока.